Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвостушкой перезагрузкой. И для тех, кто, возможно, попал к нам сегодня впервые, хочу сразу объяснить, что это означает. Я вам хочу представить урок «Микки Маус Малыш», который когда-то был доступен на нашем канале. Я данный урок обработала, вырезала все ненужные моменты. Он стал более емким, подробным и в то же время занимает меньше времени для вашего просмотра. Фигурка выполнена полностью из мастики топ-декор. Все подробно рассказываю, показываю, объясняю, вес, сантиметры, все как вы любите. Я надеюсь, как всегда, что данный урок будет вам полезен, что вы захотите его приобрести. Для этого пишите мне в любую соцсеть, которую я указала под видео. Для тех, кто, опять же, возможно, на канале впервые, я хочу сказать, что все ссылки, которые я вам даю, постоянные. То есть вы покупаете урок один раз и пользуйтесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Вот такого малыша с легкостью выполнит любой кондитер, который даже никогда не держал мастику в руках. Так как фигурка, хотя на вид кажется сложной, на самом деле довольно-таки простая. Ну что ж, я не буду воровать ваше время. Надеюсь, что Микки Маус Малыш вам понравился, что вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваши комментарии. На сегодня все. Всем пока-пока!